Флешмоб, потому что флешмоб, он подразумевает, что встречаются незнакомые люди. А здесь уже какая-то такая тусовка образуется, и ну, добавляются новые люди, поэтому это танцевальные встречи. Мы стараемся раз в месяц или два раза в месяц танцевать, пока тепло. Ну, даже иногда зимой танцуем. Александр Гершон из Москвы, танцевально-двигательный терапевт, мой учитель, потому что я тоже училась у него на танцевально-двигательного терапевта, и он решил это образовать вот в такую вот встречу для людей всех желающих. Просто не то, чтобы один человек, а вот несколько людей встречаются, у них общий плейлист, который создается заранее, и они его включают одновременно, идут по городу, вот, танцуя вместе, синхронно. И даже бывает, что одновременно танцуют несколько городов. Например, сегодня в это же время, вот в 19:30, в Москве тоже ребята включили плейлист, и они там сейчас танцуют, как и мы. В Москве собираются где-то около 100 человек, ну такой большой масштаб. У нас в Харькове пока где-то 30 человек. Танцевали весь центр, на самом деле. Хотя вот подол наш харьковский мы мало истанцовывали, поэтому мы стремимся там потанцевать. Иногда танцуем по Ботаническому саду. Хотелось бы в лесу еще потанцевать. We'll be right back.